Поставить телефон на заряд. Вот поставила в розетку, чувствую запах какой-то гари. Думаю, неужели зарядка? Решила отнести ее подальше, тут вижу еще дым. Бабушка кричит, что типа неси одеяло, что-то такое. Потом она туда заходит, еще что-то. Кошка тут убежала просто. Получается, вышла, прижала чуть-чуть ногой дверь, ну, чтобы не шло, потому что может еще больше загореться от воздуха. И потом бабушка, я кричу, выходи, выходи, ну, вышли мы. Она долго еще истерила, потом я, значит, набираю маме, она говорит, вызывай пожарных, и я звоню в 112. Спрашивают, какой этаж, какая квартира. Мы почувствовали запах дыма, подумали сначала, может так, что с улицы побежали на кухню и увидели там дым. Увидели язык пламени небольшой, испугались то, что, скорее всего, что-то горит, выбежали на коридор, хотели выбежать на коридор с квартиры, открыли квартиру, у нас пошел клубок дыма. Мы увидели этот дым, испугались, начали звонить в МЧС. У нас, ну, девушка очень хороший сотрудник, она рассказала, что надо делать, что нужно намочить тряпки, все это. Все, начала влазить в окно, открывать окно, кричать, подвезите лестницу, помогите, спасите. Это очень страшно, потому что горит пламя. Мы увидим то, что оно разрастается. Все, потом после этого приехал МЧС. К нам подвезли лестницу, и мы вылезли. Через окно мы вылезли. Я успела одеться, а молодой человек босиком вылез.